на этих прокачках, ты постоянно в этих упражнениях, ты вживаешься, и они становятся твоей привычкой, твоим образом жизни, как зубы почистить. То есть тебе не нужно, вот ты поехал, прокачался, потом приехал, сдулся, а ты постоянно в этом живешь, и ты сам такой уже прокачанный, и ты сам интеллект-тренер, ты сам энерджайзер, и ты просто вот это несешь, и когда ты это несешь, когда ты это делаешь, выставляешь свои фотографии, вот ты уже в этом, и ты рассказываешь об этом другим, и это тебе уже запечатывается вот просто вот здесь, и ты уже не можешь быть другим, и вот откуда она берется, вот эта вот энергия, это так здорово, так классно, что ты, меняя мир, меняя свое эмоциональное, энергетическое состояние, становится таким ресурсным, что ты можешь вот всем дарить эту энергию, эту радость, делать людей счастливыми. Ну вот я без подготовки еще. Супер. Это моя коллега, значит, мы педагоги. Надо же, друзья, я вернулась обратно взрослой педагогой. Я откуда убежала, я оттуда и сюда и вернулась, получается. Я не хотела там париться чужими детьми, а я здесь хочу вообще не только в бане хамаме париться, да, париться хочу в космосе. И поэтому вы, это звезды моего уровня, моего понимания, это вы действительно космические люди. Я люблю ваше сердце, я прямо благодарна, я тронута, оказывается, есть еще больше звезды. Поэтому поздравляю Лариса, наша Иванова. Я